чтобы вы знали, родина моя, мой Казахстан, Казахстан. Я опять приеду в Казахстан. Там друзья накроют дастархан. Будем кушать вкусный бишбармак. Нигде не готовят его так. Поет Виктор Баум, музыкант из Бремена. Как можно догадаться, он родился и вырос в Казахстане, во взрослом возрасте недолго жил в России, о любви к ней у него есть отдельная песня, а в 92-м году на правах немца-переселенца приехал в Германию. Я родился в семье поволжских немцев. Мы жили в деревне, где не преобладало немецкое население. Родители говорили там на немецком, допустим, бабушка говорила на немецком, родители говорили на немецком. Мы понимали, отвечали так иногда на немецком, иногда на русском, но большей частью все равно как бы преобладал русский язык для общения. Поэтому и песни Виктор Баум, кстати, дирижер Хравик по образованию, до последнего времени писал на русском языке. Хотя, переехав в Германию, быстро выучил и немецкий. И знакомые стали спрашивать, почему же он не поет по-немецки. На каком-то этапе решил попробовать. Сначала просто начал с того, что взял одну из моих авторских песен. Есть такая песня у меня «Ты, нарушила мой покой». Любовная лирика. Вот. И я просто ее решил перевести и сделать в немецком варианте. Вот после того, как один вариант получился, одна песня получилась, потом стал уже думать, как же, если что-то вижу или о чем-то думаю, как же это воплотить в немецком слоге. Ну и потом начали появляться немецкие песни. Их не так много, с десяток записанных. Хотя чувствуется акцент, как говорят немцы. Ну а что? Чего стесняться? Ничего стесняться не надо. Поем, как можем. Любовь, родина, детство, футбол, да хотя бы просто отсутствие парковок. Виктор Баум говорит, он поет обо всем, что окружает его в жизни. Было бы вдохновение, а тема найдется. Вот как казахские акыны, да, вот то, что вижу, то пою. Вот очень часто происходят какие-то, ну, может быть, события, и они ложатся сразу в основу какой-то песни. Ну, допустим, у меня есть такая шуточная песня про пробки. Тоже в основу легла, конечно же, ситуация. Тут нас ремонтировали автобан долгое время. Вот, и от моего офиса надо было всегда домой ехать. Или по городу, или попадаешь в пробку в этот автобан. И опаздываешь, и сидишь в этой пробке, и говоришь, ну что же это такое, вот эти пробки достали. Ну и вот так родилась песня про пробки. Исполнитель свой собственный жанр называет танцевальным шансоном. Его песни на ура идут на фестивалях, корпоративах и свадьбах, расписаны каждые выходные. Основная аудитория – это русскоязычные жители Германии. Хотя, говорит Виктор Баум, некоторые песни очень, что называется, цепляют и немецких слушателей. Например, «Наташа aus Russia». Это собирательный образ песенка, в которой есть такая маленькая история о том, как они встретились, о том, как они полюбили друг друга, потом о том, как она потом вернулась назад, уже не одна, а с двумя маленькими ребятишками. Просто была такая история, которая была мне рассказана. Потом она легла в основу этой песенки. Виктор Баум не только музыкант, но и бизнесмен. У него собственное страховое агентство и политик. 10 лет он числился в рядах социал-демократов, а теперь представляет объединение «Бюргер Инвуд», то есть «Возмущенные граждане», от которого баллотируются в депутаты Бременского парламента. В своем агитационном листе российский немец обещает, кроме прочего, бороться за социальную справедливость для поздних переселенцев. В завершении этой программы Виктор Баум попросил включить отрывок его песни «Хаймат» – «Родина», которая, по словам исполнителя, как раз описывает идентичность немцев из бывшего Союза и их восприятие своего нового дома – Германии. Aber mein Herz sagt mir, ich soll für immer hier bleiben.